чинил. Большекабанская, третья школа, конечно, в прошлом. Ныне Андреев Владимир Иванович. Вот я из очень знаменитого, из очень знаменитой семьи Большекабанской. Да, тут целая династия. Это очень в этой семье родился, жил и был знаменит на всю республику, и сейчас остается. Академик Российской академии педагогических наук, профессор Казанского государственного университета, сейчас Казанский федеральный университет, Андреев Валентин Иванович, это его старший брат. То есть семья такая, которая очень много сделала, не только для республики, но и для страны в целом. И вот сегодня по инициативе Владимира Ивановича, вот он сам попросился к нам, сказал, хочу выступить в родной школе, а не где-то там выступать перед учениками казанской школы. Хотя такие встречи Владимир Иванович проводит часто. И вот сегодня мы рады приветствовать его в стенах нашей школы. Этот зал, это тоже наша школа. Давайте его встретим аплодисментами. Вот он называется социально-инновационный проект «Живи как хозяин». То есть все мы должны жить в доме как хозяева, бережно к дому относиться, делать все возможное, чтобы в доме было и комфортно, и уютно. Цель этого социального проекта – развитие самоуправления, то есть вовлечение жителей в процесс управления жилым фондом, конкуренцию развивать нужно будет, прозрачность и жилищное просвещение. Вот это вот четыре основных таких направления. В процессе уроков я вам постараюсь очень в доступной какой-то форме об этом сказать. Вот, а сегодня, значит, у нас еще раз будет такой ознакомительный курс, и я бы хотел его, так сказать, начать. Мы, я думаю, что в легкой форме сегодня подходим с такого небольшого вступления. У нашего жилищного хозяйства, а жилищное хозяйство очень большое. В жилищно-коммунальном хозяйстве России работает 4,5 миллиона человек. Знаете, какая армия? Огромный жилой фонд. Я бы хотел, чтобы вы прослушали, у нас есть такой гимн жилищно-коммунального хозяйства. За столом и гостей полон дом.